блядь. Иди, Москон, начинай нахуй, иначе у меня сейчас жопа сгорит, блядь. Доведи правила, типа, один паровозик, 50 кп. 500 тогда сразу ставь. Ну, 500 кп как-то много. 52-й. Блядь, я в портал нажал, сука. Ну все, пиздец нахуй. Филим, здесь всего 3 хила сейчас. Цепухи кастуем, а сейчас я сдохну нахуй. Сейчас я, заманите лока. Паровозники именно. Кто ставит нахуй? У кого есть аддон, блядь? На этого, вон, этого человека по IP вычислил. Где? Не видно, не видно, где там пишет. А, вон, вот, Идера. Ну зачем ты эту хуйню ставишь, Идера, блядь? Зачем это тебе? Я понимаю, типа там, ну, скиллованные пацаны, там, 1 000 000 ДПС играют без звука, типа, я такую байку слышал, типа, 20 лет в WoW играю, звук заебал. Ну, я-то со звуком играю, и не я один. Я тоже без звука играю. Вот, блядь, синтек хули, ясно, нахуй. Чё, так я 20, не ставлю 20к ХПС, 20к ДПС, 30 лет игры в WoW, нахуй. Звук заебал его, видишь, вот. И из-за этого ставят паровозы. Такие люди, которые... Да я музыку свою включаю. Ну понятно все, блядь. Так, блядь, да не ставил я паровоз, я вообще даже не в игре. Я вот знаю, что не ты ставил, это Идера ставил. Рога. Вот. Сейчас как зайду, поставлю. Блядь, вот это же полезная хуйня, да Шектор. Будем палить, кто ставит эти паровозы ебаные. Ты сам себе поставь аддон, сам будешь палить. А я ебал этот аддон, блядь, у меня и так 3 фпс, блядь. А он вообще особо не жарит ничего. Да то чат заслуживает. Вот надо мистери сумануть. Поставь. Ты можешь себе сам в личку поставить инфу. Идите назад тут, сбегайте, суманите мистери. А мне просто тут какие-то одни ингредиенты закончились, а вторые я могу использовать на... Чтоб, короче, спек сменить только в Долоране. А где их вообще добывать, я не знаю, вот сейчас они закончат. Там есть, короче, ежедневный квест за убийство этого, блядь, Джараксуса, Ребра. Еженедельный и... только. Ну да, еженедельный. Вот упасение нахер со своими квестами, я только вот стал этого, с один остров дофармил, 264. На ребро просто берешь раз в неделю. Да, мы же ребро остальное убиваем. А ты голосуешь за сервер? А где Сика, блядь? Инсика сейчас зайдет, и у меня комп вырубило. Вот драйвера скачивал. Комп вырубило, драйвера качал. И драйвера. Близко не подходите. У меня проблема с видеокартой. Иногда комп выключается сам по себе, и потом, короче, надо ждать кучу перезагрузок, чтобы я мог удалить драйвера на видеокарту, потом запускаю обратно компьютер и скачиваю драйвера на видеокарту, чтобы работало все. Ой, я себе, у тебя проблемы. Это у тебя обновление на видюху такое стало корявое? Что это? Да, блядь. А я не знаю, там, короче, раньше такой хуйни не было, потом я винду переустановил и все. Поставь прошлое, ну, обновление просто. Да, звучит, видюхи, конечно, замечательно, но не работает. Ты там загружаешься, нет? Сколько нормально тебя ждать? Да, да, я захожу. Да я уже захожу. А, кстати, можно с двух аккаунтов голосовать. Получать 2 раза больше голосов, и это... Так, ну давай, Акиса в ДД. Можно из 3. Акиса можно, но третий не засчитывается. Инсика может в ДД. Инсика, не, нахуй, будь хиле. Да, блядь. 4 хила будьте. У нас миликов сколько? Да ёпки. Так, значит, милики получается... сейчас, блядь, там же Сова еще, сука. Лингрена сюда. Равис, давай в кота, блядь. Потому что там злобный. Так. Все, теперь тут милики. Первая и вторая пати. Вы начинаете с танка. 4 хила идем. Да. Масхон, знаешь же, да, в тактику в двух словах? Значит, танчишь, смотри, иди сюда за мной сейчас. Вот за войдом, за собой, за черепом иди. Значит, смотри, как я танчу. Значит, ты начинаешь этого пидора, ну вот сагрил, да, подошел сюда и вот так вот повернул.
и в стену пятишься. Ну, лично я так делаю. Тебе нихуя не надо, дезорейт вообще не беспокойся. Ты пятишься, и у тебя эта хуйня не стакается. Если вдруг там написано, типа, подвигайтесь, то остановись и заново попятись. Типа, может там что-то, ну, забагалось, что-то какая-то хуйня произошла. Вот. Если вдруг так не получается, то прыгай. Вот, это самое. Значит, по луже как? Вот лужа на тебя это разливается, первое. Ты пятишься, одновременно отдаешь незыбку. Вот. И это, блядь. Можешь незыбку отдавать, можешь, блядь, что там у тебя, тридни какие-то, этот, допустим, тридню какую-то отдал, и там секунд 5 остается, и панцирь эти магически нажимаешь. Надеюсь, у тебя на панцирь есть символ. Плюс 2 секунды. Вот, значит, секунд 5 остается, панцирь прожимаешь. И эту лужу ты, вот эту, которая под тобой 10 луж выливается, ты ее стакаешь в одно место. Вот она закончилась, эта лужа, и ты из нее по этой же стене идешь. Ну, вот так вот боком прошел, убедился, что на тебе дебафов нету. Дальше, если босс как-то там оббегает эти кости, выйди, поверни его там и заново так же встань. Эту лужу рядом с этой, ну, метров через 5 после границы этой лужи. Понял, да, как танчить? Все, здесь, вот возле стенки, когда ты пятишься, тебя не задевает ничего. Тебя поезда не задевают. Все, твоя задача очень простая. Но хэпалы, соответственно, его не проебать. Первая и вторая пати начинают везде, с танком. И с ними идут, значит, Акиса и этот, ультраприз ДЦшник. Вы прыгаете постоянно. То есть Акиса Милика, ультраприз ДЦшник, прыгаешь там наперед. Объяснять не надо, тут в принципе все были. Там только не был этот вихрь-жму. Вихрь-жму, смотри, твоя штрафная позиция. 10 секунд, 15 с пула побьешь и пиздуешь вон туда, в сторону ромбика. И там на ход движения этого рейда с собакой. Прыгаешь, бегаешь вместе с ультрапрестом, там тусуешься. Ну и кто в себе не уверен, тоже к ним присоединяйтесь. Остальные, кто уверен, то знает, куда отбегать, когда отбегать. Это самое. Значит, РДДшники тоже вам особо напоминать не буду. Но вот здесь ближайшее к кружку, да, допустим, третья пати. У вас тут у всех блинки, Вадикон, ПС отбегут. И здесь чуть дальше, метров 15 вправо, ближе к решетке и вперед, здесь стоят хилы, три хила. И чуть дальше еще я буду стоять, то есть четвертая пати. И кто там злобный, мистери со мной, Давакинс, отпрыжка и Шалфир. Вот. Все это понятно вам. Так, еще раз. Первая, вторая пати, звезде, с ними ультраприст и Акиса. Остальные 13 человек получают зеленый дебаф. Все, проверка. А можно инту кинуть, пожалуйста? Даже нужно. Давакин готов? Где там Давакин, блядь? Двойки постоянно улетаем, блядь. ГП, блядь. Давакин, ты тут? Сука стоит. Ой, ёбаный урон, блядь. А где-то в какой-то гильдии видал такую херню, типа, как бегит, бегит, ГМ, херяк делает проверку, ага, АФКшит, ага, вот тебе 50 ГПшечек. Ну, блядь. Ну, у нас у Давакина всегда такая проблема, но он что может сделать? Да все ГП готовы, дай отсчет. Сосредоточьтесь. ГП проблем не исправит. Смотрим, где первые гейзеры будут. Вот, если первые на одних, то значит на вторых будут во время лучей гейзеры. Готовьтесь к этому. Вот гейзеры на РДД, значит во время лучей будут на миликах. Берегитесь. Вот Бенсилер чилит. Хотя мог бы и не чилить. Я потом объясню, почему я не отошел. Ладно. Это, и чё вот вы сзади совы встали, там, я хуй знает. Не дадите место отбегать куда-нибудь? Ладно, похуй. Милики сейчас будут гейзеры, смотрите, на лучах. Лучи смотрим. Бидон, блядь. Три человека словили конфликт, милики. Вы... Хурюк, Идера, Равист, Бидон.
Ладно, пробуем. Я вас запомню, четверо, блядь. Я двигался, меня почему-то все равно кинуло в купол. Сейчас и это объясним. Если упадем. Метка, ты иди... А, ты это, в сову сбегитесь. Убегите от меня, фу, куш. С совы с этой выпрыгнули. Все, захиливаемся. Ну захиль ТПС, ебаный в рот, блядь. Позор, блядь. Мелизону что, прохилим? Или что, нахуй надо? Берегитесь. Да, нахуй надо. Ложитесь. Я сейчас ГП въебу, значит. Бидон. Короче, я не отошел, потому что я патч поставил. Я тестировал патч и не убрал его. У меня нет новых анимаций и вот этого эффекта. Я сейчас перезайду и поставлю обратно. Полтинник, значит. Так, значит. Вон бидон горит. Не было видно, горит. Ладно, хуй с ним. Значит, бидон, Идера, Хурю, Кровист, вы словили противоположный урон. Вы в курсе, да, что этого нельзя делать? Вы на луче это сделали. Когда вы словили этот урон, вы сами сдохли, потому что луч словили. Еще, если бы вы не сдохли, если бы вы захилили, вы бы вайпнули рейд. Вот. Ну а с гейзером, появляется гейзер на РДД, просто блинкуйся. Сейчас я набегу. Милики, еще раз скажу, еще раз повторю. Готовьтесь, если на первое РДД кидаются гейзеры, то во время... этой, как она называется, обстрела этих лучей обоссанных, будут, сука, гейзеры на вас, нахуй. Поэтому лучше пистопните дамаг свой, блять. Встаньте так, чтобы вы могли выбежать, блять, со 100% вероятностью, а не вот это говно, что вы вайпнулись, блять, словили урон, цвет другой, нахуй. Задача, сука, выжить, а не вот это говно вайпы смотреть. Сейчас еще раз такая хуйня будет, будьте ГП вот так начинать. Зашел там, рыба стоит, жрите. Че, злобный дрон? Ну я хуй знает. Ну какая-то там, ну это звездный, ну у меня одна только на звездопад, вот вторая нужна. Да, да. Все готовы, да я чё. У меня либо любая шмотка. У меня есть дубликат там, какой-то 58. Сейчас посмотрим. Я спрошу, чё у кого есть. Гера? Готовимся, скоро гейзеры будут. Смотрим на ком. Лики тоже готовы. Вот на РДД. Лики, значит, на этой. На лучах. Так, кто там? С ШП с меткой, да? Тролл Д как сдох. А, ну похуй. Ты там вышел с лужи? Я тебе говорил, с лужи-то выходить надо. Вот лучи. Смотрим, милики, сейчас на вас эта хуйня. Конфликт не словил. Шектор словил конфликт. Поздравляю, блядь. Захиливай. Я там прожал, там дал. Этот, Москон. Это ко мне подбежали. Надеюсь, нет на тебе дебафа? Есть там на нем дебаф? А вроде нет, нормально. Смотри там, чтобы дебафов не было. Дамаг будешь лутать. Блять, давай, родитель, стою.
Готовимся, там гейзеры скоро будут на мельке, убили, скоро опять на РДД. Паблом вынесу. Вот на РДД выходим. Злобные, блядь, в чем проблема? Прям дальше. Берегитесь. Значит, на РДД были гейзеры уже, следующий будет на мельке. Москона прохиньте, блядь. Так что, милики, готовьтесь, скоро на вас будет. А там... Только к РДД не бегите, а то это наш урон словите и будет конфликт. Все, вот на РДД, ой, на миликах был, значит, следующие РДДшники ждем гейзер. Пыса. Лучка, если есть, конечно. Бегите или умрите. Обстрел смотрим, лучики. Лучики смотрим. Вы... Вот Равис. Конфликт. Ебать его в рот. Ну все, ясно, нахуй. Ложитесь, в лужу заходите. Рависта, кто еще? Ребятки, повнимательнее. Так, конфликт Честер. А то сейчас по паутине у кого-то там пошел. Равист. Кто там еще лежал? Ну и все. Злобный не выбежал. Троллды не выбежал. Идера. Идера как сдох, кстати. Ну-ка, смерти смотрим. Шквальный обстрел. А, да, это хуёво. Босс несложный. Все это по кругу повторяется одно и то же. Ваша задача выжить, не сдыхать. Конфликт и не ловить. У вас одного цвета. Метка. Вы не должны ловить урон другого цвета. Другого цвета может быть лужа, может быть АОЕ от другого человека с другой меткой. Может быть луч. Из луча обязательно надо выйти. Если вы не понимаете, как выходить с луча, вот на бигдема метка, кружок, милик. Если не понимаете, вот для вас ориентир. РДД, если не понимаете, как выпрыгивать с лучей, вот ромбик на воина. Смотрим внимательно. Лучше не ДПСьте, лучше посмотрите, как делать правильно. Выходить из лучей. Ешьте рыбу. Хрюк, ты где там? Иду. Не ловите ебаный конфликт. Вайпайте весь ебаный рейд. Метка, значит, маг. Там 70 тысяч вокруг тебя на 80, на 8 метров дамажит, когда заканчивается действие. Ты выходишь к стене и глыбу прожимаешь, в ней стоишь. Когда метка скидывается, выходишь с лужи потом. Вот маги шипы так делают, и паладины с баблами. Остальные, у них сбегаются 3 человека и... Появляется лужа под ними, они из лужи выходят. Гейзер, из них просто блинкуешься. Там 3 секунды дается до взрыва гейзера. Дает счет. 5, вот на будущее я вам говорил, где стоять. Вы не убежали. Вон в ромбик. В ромбике никого нету. И Дера, Вихрь, к вас касается. Сейчас бы вы могли быть живыми. Вот обстрел, смотрим РДД. Сейчас на этих лучах, будут гейзеры. Вот видите, мы с них выходим. Пиздец.
Я что ли стоял? Давай попробуем. Ну а кису засейвить он по домашнему. Бегите или умрите. Я кису сдох. Шалфир сам снимет, а бидона спасти надо. Дайте какой-то массейв, капала. Ага, выходите. За это, стойку Хурюку, Курюку дай. Курюк дотанчивает. Шалфир на хп ебани, что-то пробивает вас там. Захиль, захильте, захильтесь. Обстрел. Вот обстрел вот этот, не словите лучи противоположные, и все, и там добьете лям. Курюк сдох, Лингрен забирай. Бабл таунт нажми. Метка на нем, бабл как раз. Заберите кто-то, в сова в мишку прыгни. Захиливай прям. Он Лингрена захилит, 300 тысяч. Добьете, наверное, 200-100 тысяч. Хорош. Еле-еле писец. Кое-как. С пула слег. Я вообще не понял, как я слег. Походу я лучше. Танковские ботинки на ДК. Тут вообще пиздец падает. Дривковая. Надо вот это кому-то дривковая. Коты, ханты там, блять. Злобному надо. Тапки, значит. О, как раз то, что я хотел. Хорош, блядь. Тапки хотел. Ну, но игру это... на ДК, короче. Чарка, чарка именно. И при том, так, вторая, которой у меня нету. В следующем Москон... рейде, значит, обязательно не выпадет. Москон, у тебя такая чарка есть? Короче, тебе это не надо, да? Точно? Смерть изложения. Там есть никому не надо, вот можешь инсеки кинуть, я могу покрутить. А Хурюк тебе надо эту хуйню? Ну вот два единственных ДКшника. Мне ничего не надо. Так, Бриба это да, будешь крутить на танка. Так и синтек тоже может, ну ладно. Сук. Там с ним поговори. Че это? Ладно уже. Сила заклинания, крит хаст, 320 урона, кольчуга, кисти рук. Это элемы, да, какие-то будут крутить? Ну да, по идее. Шаманы надо вам? Бидон надо будешь. На крайняк хапалу какого-нибудь можно.
Так, а это что? Это быстрое восстановление. Ну, это, наверное, true. Это, наверное, нормальная тема, да? Очарка вообще сама. Да, хорошая. Я хоть начал использовать ее. Ладно, возьму, наверное, дружника, как раз протещу. Кольчуга. Но вот там другая чарка есть на Эрдру, и с ней вообще никакой синергии нет. Там что-то омоложение какое-то, а не как вместе. Ну, ты, короче, работаешь? Вот это быстрое восстановление, оно будет работать не раз в 15, а раз в 10. Но эта чарка работает только раз в 15 секунд, то есть, ну... На раз 20 сжигается эта чарка, выходит. Через раз, короче, получается, да? Да, через раз получается. Ну она что, усиливается или как? Нет, просто быстро восстановление чаще можно кастовать. Вместо 15 секунд 10. А эта чарка работает раз в 15 секунд. Ты либо ту носишь, либо другую. Короче, разбойника Шелфиру отдал, там, если ему надо будет. Это. А что, поменяли типа этот Атлас Лут? Встроенный путеводитель, да? Встроенный, может, да. Ну, теперь показывает, что со всех боссов типа оружие падает. Оружие и так со всех боссов падало. Не, раньше не показывал. А, ну да. А, ну да, они обновили, вот 271 раньше, 258 был. Обновление, которое мы заслужили. Наконец-то. Так вон, там омоложение усиливается, блядь. Ну это да, эта чарка усилит омоложение. А есть чарка, которая уменьшает скорость это, восстановления. Кулдаун быстрого восстановления. Омоложения. Да. Она будет не раз в 15, а раз в 10. Она на 5 секунд сдвинет вот эту вот чарку. Ну, эффект от этой чарки. Будешь реже пользоваться ей. А, ладно, плохо. Сейчас посмотрим. Это надо, чтобы это активировалось, это надо прожать, как он называется? Быстрое восстановление. Быстрое, да. Попробуем. Так, ставлю рыбу. Значит, Акисов хила. 6 хилов, значит. Так, вас по пати раскидаем, давай. Давай злобного сюда кинем. Значит, самое главное, ну, этих... Ой, это не смотрите эту хуйню отчет. Стоим. Вот самое главное, когда после 50% будет фаза, нажимайте этот скорость. Эти, когда проклятия будете выносить у вас в дебафах, выносите их влево-вправо в крестик, в череп там, и от босса тоже лево-вправо. То есть не наливайте в мелизону эти бублики. И когда вы их выносите, и они появляются под ногами, сразу это самое. Ну, Бигдэм не в Диссе, он не в курсе. Это случайно получилось, это новая хуйня. Вот. Вот в камень ставь. Самое главное, это самое. Когда на дыхании прохиливаемся. Сейчас, блядь. Когда на дыхании прохиливаемся, то прожимайте защитные сейвы мистери, там заслон от темной магии нажимаешь, там и похищение жизни прям кастуешь, чтобы тебя проще было поднять. Ретрики там кастуйте этот, вспышку света по самым просевшим целям. Ну, в принципе, вы все знаете. Самое главное, вон Давакина не уронить. Масхон для тебя, инфа. Значит, под карты нажимай таймер. Появляется таймер этот, секундомер. Когда спулится босс, нажмешь треугольник, чтобы запустился таймер. Вот, на 20 секунде босс будет кастовать на тебя удар. После которого секунд через 5 будет дыхание. Вот этот удар, он тебя застанивает на месте, ну ты двигаться не можешь. И вокруг тебя уешка идет на 15 метров. Она меликов будет дамажить. Вот, чтобы этой хуйни меликов не подосралась, ты это, на 17 секунде нажми панцирь антимагический. Вот, смотри, чтобы сила рун была. Ну и, соответственно, самое главное, черный пол, с него выходите. С него не выходите только в том случае, если у вас есть сейф какой-то 50 на 50 там, или дубовая, и вы себя прохилить можете, вы уверены прям. И вы стоите, закрываете сферу. Вот сферы будут прилетать такие, их надо закрывать. Если возле сферы никого не будет, то сфера по всему рейду 10 тысяч секунд будет дамажить, и мы подохнем.
Вот, в принципе, ничего сложного там за ДПС. И самое главное, чтобы мы дыхание сейчас захиливали. Ну, Шектор на последнем дыхании, на заходе в бублике, значит, Шектор и Масхон вы отдаете ему сейф. Вот именно когда рейд в бублике заходит, если мы до погружения добьем. Вот. А синтек когда? На свое усмотрение дашь, если будет хуево прохиливаться. Значит, ультраприст свой гимн на ХП отдашь перед заходом в бублике, когда начнется каст. Вот. Шалфир оставь на свое усмотрение. Это. Если вдруг хуево. Ну а Песа, короче, после выхода. Ну или попрошу. Давай. Кстати говоря, сопроты здесь всем надо выпить. У кого нет сопрота, обмен войду давайте. Маги, значит, там щит маны на этом дыхании прожимаете. Если совсем хуёво видите, что вас теряют, глыбу не жалейте, отдавайте. На этом на погружении, когда вы будете в бублике заходить, там глыбу баблы не нажимайте и панцирь антимагический. Там вообще кастовать нельзя, да? Там вы от хила получаете на 80%. В этом вся проблема. Еще урон пойдет. Буребай тут. Все готовы, даю отчет. Готовься таймер запускать, Москва. Тоже запущу. Нажимай панцирь. Берегитесь. Значит, рависта резаем. Каску лапу пристабав. Ну лапу я ему дал, обновите по нему баф. На дыхание готовимся прохиливать, скоро будет. Вот дыхание прохиливаем. Все, вторая фаза пошла. От сферок, которые на полу. Под боссом, который милики завешиваем, РДДшники хилы отходим, если он на нас сверка бежит. Вот мобы на танка бегут. Давайте Геру. Лужу зальешь. Давайте Геру из лужи выходи. На кого там мобы бегут, я не вижу. Вот, проклятие вынесли. Метки. Метки вынесли. С пола с темного вышли. С бубликов вышли. Вот эти бублики, недалеко от них стойте. С них выходите для того, чтобы вас могли захилить. Так, Шалфир на ХП. Я тоже гимн отдал. С бублика выйди, с бублика выйдите. Все, захиливаемся. Так, готовимся. Песа на ХП, Песа на ХП. Ну и два ляма, готовимся, скоро будет погружение. Недалеко от бубликов стоим. На фул захиливаемся. Добьете. Все, да. Незыбки, все, все отдавайте. Все там добьют 300 тысяч нам. Да. Так, ну и что по итогу? А вообще на локах хоть когда-то тут падает что-то? Спасибо. Да. Иногда да. Прям вообще нахуй.
С чаркой. Отлично прям. Что, тебе что-то выпало? С паловской. Плечи с паловской чаркой. Так. Ультраприст. Да, хоть это говно сменишь. Так. Ткань, значит. Молитва, восстановление, блять. Быстрость. Хуй пойми, короче, что-то на приста. Так. Ультраприст. Так, латы. Значит, вспышка света, свет небес. Капалы надо вам. Неси-ка надо, да, эту хрень? Ну да. Так, ткани. Еще грудак такой же, что ли? Что-то тут на ману. И такой же грудак был, только с чаркой, да? А, ультраприст, короче. Так, плечи ты горишь. Так, вот как теперь с вами поступать? Хилу надо, Лингрен танчит, ему тоже надо. Буря-бай жмёт. Ну, у меня последняя шмотка получается, ТТГшки. Мне тоже она последняя. И как раз у этой чарка даже ролить не буду. Ну, Честер, мейн хил. А там мейн кто? Ну, мы оба на офспек получается. Ага. Оба на офспек. Ну, кидайте ролл тогда. Если кто-то кому-то не уступает, тогда по роллу и... Так будет честно. Да, кидайте ролч. Ну да, победил. Ну, жизнь, блядь. Дальше уже, как сказать. Только чтобы я не знал ничего. Не судьба. Если будете договариваться, то чтобы без всяких криков. Да нет, я победил, значит победил. Я не гонюсь за шмотом сильно. Слэш покинуть гильдию. Короче, я тут побуду этим рдушником по чилю. Босс очень простой. Значит, Буребай с Лингреном диспелить, помогаете Миризону там. Шел через ПСа по одному диспелу. Ультраприст тоже один масс диспел может дать, но в приоритете щитки кидай. Вот, ну и остальные хилы хильте. Очень просто. Тут отвернуться надо. А что, 6 босса. Хилов? Да. Ну, я в 6 хожу. 5 не хочу. Ладно. То один с меткой побежит, блядь, полрейда упадет, и все, и потом, блядь, добивать будешь полчаса. Значит, ладно. Отвернуться, отбежать, метки вынести, метки вот выносите лево-право. Если места нету, говорим танку, значит, проведи босса, он проведет. И ничего сложного. Вот, луна, треугольник, в эти стороны выносите метки. Ну, не обязательно миликом туда бежать в угол, милики просто право-лево до стены, и все. Все, в Москон просто танчишь этого пидора, и все. Твоя задача, Москон, отбегать от этой... Зеленый круг будет под боссом. Зеленый круг такой. Это просто отбегаешь. И, ну и отворачиваешься спиной на фир. Все, проверка. Так, рыбу еще поставлю. Ешьте. Так. Давай, Москон, готовься, дай отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Так вот, метка выносим. Равист! Вернулись. Вы умрете. Метки выносим. Что-то лагает пизда, блять. У меня еще секунды не закончились уже это. Вихрь жму, че, от зеленой хуйни отбежать не можешь. Да, есть такое. Первый раз, да. Ладно, первый раз. 4, 3, 2, 1. Вернулись. Вы умрете. Метки давайте двинемся.
Готовимся, скоро эфир. Берегитесь. Отвернулись. Ну вы чё, блин, дрочите или чё, блин? Злобный рисовый вой, да. Вы, сука, умеете отворачиваться или что нахуй? На боссе каз же видно, блядь. Пиздец. Отбегаем. Каску эту и пристабав, да, типа войду. 4, 3, 2, 1. Отвернулись. Вы умрете. Ну пиздец, эй, я, блядь. Ну, чё за хуйня? Вы что, совсем, блядь? Ну, чё это так сложно, блядь, отвернуться? А, вы не диспелите, я понял, блядь. Вы будете диспелить магию? Вернулись. Ультраприз. Станка тоже надо использовать. 4, 3, 2, 1. С Войда там Шелфир с диспель, хуй знает. Чё-то меня никто не диспелит, хуй забили просто, отвернулись. Я пока диспелил со всех. Кого могу. Чё-то тикает эта хуйня и тикает, выносите метки. Он бежал. 4, 3, 2, 1. Берегитесь. Вернулись. Вы умрете. Как там диспелы чекнуть? Рассеивание. Сейчас сильно не разбегайтесь. Сейчас раскину шмот, дам ЕП. Кто желающий в ТТГ десятку сходить, оставайтесь. Там может быть после ТТГ еще и кару соберем. 3, 2, 1. Так. На хила топорик. На пала или на шамана. Так, Эльсика. Кольчуга. МП5. Сила заклинаний. Хила получается. Бидон, там у тебя поди это. Склад нахуй этой хуйни. Кольчуга, скипание лавы на энха. Так, штаны получается. Надо кому-то. Бидон энха собираешь, да? Понял. Так, они отдались ему. Запы. Чё это? Двойная атака, блядь. Запы, двойная атака. Сика, вихрь. Шектор, ты же говорил, все заролил отсюда. Ну. Хорошая черта. Черка хорошая. Мне просто платить надо. Но если мейн, там отдавай. Биг Дэм, тебе надо эту хуйню? Биг Дэм. Он же ж нет. Может, микрофон еще не включил, не в курсе. Пишет, да. Пиздец, у него там этих чарок миллион, наверное. Ладно. Так, сейчас 1400 дам. Эй, бал нахуй.
Идешь друидом, падает на ДК, сука, пидер 7, блядь. Пойдешь в следующий раз ДК, нахуй, выпадет на друида, блядь, на 100 сов, нахуй, выпадет. Пидерсия. Пидерсия в натуре. Так, в пати остаемся, да. не покидайте.